Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbulum TV. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такой вот браслет, у кого накопилось очень много клипс, цветочная поляна. Вот такой вот яркий и без использования наших станков. Нам понадобится 10 вот таких вот цветочков желтого цвета и 10 таких же цветочков, но уже розового цвета. Итак, для наших цветочков нам понадобится серединка у нас фиолетового цвета. Мы берем крючок и одеваем восьмерочкой на крючок нашу резиночку фиолетового цвета. Берем нашу желтую резиночку и протягиваем с серединки вот так вот резиночку желтого цвета и одеваем ее на наш крючок. Берем нашу клипсу и одеваем на желтую резиночку клипсу. Снимаем с крючка. Вот у нас есть серединка и наш первый лепесточек. Опять вводим в серединку крючок, берем резинку желтого цвета и также протягиваем резинку желтого цвета в серединке. Берем нашу клипсу и одеваем клипсу на желтую резиночку. То есть каждый наш лепесточек мы будем закрывать наши клипсы. В дальнейшем при нашем плетении мы их будем убирать. Я покажу как. Вот третий лепесточек наш. Одеваем нашу клипсу так и четвертый лепесточек желтого цветочка также одеваем нашу клипсу вот так вот, и вот у нас получился вот такой вот цветочек с желтыми лепесточками. Теперь покажу как розовый. Розовый плетется аналогично, так же, как и желтый цветочек. Ну, я покажу еще раз оранжевый. Так вот, розовый. Серединку. Так, розовую резиночку. Второй лепесточек, наша клипса отдельный, так, третий лепесточек наш, вот так вот берем нашу клипсу и одеваем, так, и четвертый лепесточек, последний, вот так вот одеваем нашу клипсу. Вот. У нас получился теперь розовый цветочек, вот так вот он выглядит. И теперь мы будем все вот такие вот наши цветочки соединять вместе. В шахматном порядке мы будем одевать наши вот такие вот цветочки. Как мы это делаем? У нас есть цветочек розового цвета и желтого цвета. У каждого цветочка по 4 лепесточка. То есть мы берем наш желтый цветочек, клипсу с желтого цветочка мы одеваем в резиночку розового. А с розового цветочка мы снимаем клипсу. То есть мы соединили одни лепесточки. Так, теперь с этой стороны мы также одеваем
на наш вот так вот. А вот она, эта сторона. Вот также одеваем клипсу в розовую. И с розовой мы снимаем клипсу. Вот так вот. И вот у нас получился. Так вот мы соединили наши цветочки между собой. Вот так вот. Теперь смотрите, что мы делаем. У нас будет теперь с этой стороны одеваться наши резиночки, наши цветочки. Вот на желтом есть, на розовом нету клипсы отдельной. Мы вот так вот одеваем две резиночки. И сбоку мы одеваем две резиночки. То есть у нас получается в шахматном порядке и двойной вот такой вот наш браслет. С розовой стороны мы отсюда не снимаем наш так вот. Мы снимаем отсюда вырез. Так, и у нас получается вот такой вот у нас переплетение. Теперь берем цветочек розового цвета и будем его вот сюда вот крепить. Вот таким вот образом. Сюда. Так. С розового цветочка теперь на желтый мы одеваем лепесточек, клипсу. Вот так вот. Из желтого мы снимаем клипсу. Вот таким вот образом. Здесь мы между собой вот так вот. Желтую мы одеваем вот сюда. Вот так. У нас получаются вот такие вот цветочки, как мы соединили. Можно вот сюда вот также вставить нашу клипсу с этой стороны и с этой стороны на желтые лепесточки. Вот так вот. И вот у нас получается вот такой вот браслет. Цветочная поляна. И так до конца мы все наши цветочки в шахматном порядке прикрепляем так друг мы да, соединили все наши цветочки. Вот у нас тут получилась вот такая вот цветочная поляна. На одном конце у нас две клипсы, на другом у нас четыре. И мы будем сейчас соединять наш браслет. Мы все четыре клипсы одеваем на наши все четыре лепесточка. А клипсы, которые были на конце, где две клипсы было, мы их снимаем. Сюда вот одеваем клипсу. Вот так вот. Сюда одеваем. Вот так вот. И вот сюда. Также одеваем клипсу. Эту клипсу мы снимаем. Вот так вот. И все. Наш браслет, цветочная поляна, готов. Вот такой вот он. Так вот он выглядит. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте наши видео.